Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои пришли накануне Нового года с праздничной программой и подарками в Центр социально-психологической реабилитации детей «Гармония», в детский туберкулезный санаторий и детский центр психиатрической помощи. Добрым волшебником стала служба такси 3040 «Шара», организовавшая акцию «Подари детям свое тепло». В основном то в такси работают это мужчины, а я всегда предпочитаю, потому что мне кажется, что каждый отец, он больше даже заботится, чем мать. В службе такси 3040 признались, что для них это первая подобная акция, но точно не последняя. При этом сотрудники службы призывают харьковских бизнесменов присоединяться к их инициативе. Хотелось бы всех харьковчан и гостей города поздравить с Новым годом, с наступающим Рождеством. И хотелось бы обратить основное внимание на, скажем так, на социально нуждающихся в такой помощи, подобной, в такой акции, как мы проводим. Главной же цели, как считают устроители акции, они добились. Дети хотя бы ненадолго почувствовали себя по-настоящему счастливыми.